Это FNAF News 17. Всем привет, с вами Шилдер. И все же помнят Fazbear Fanverse. Ну так вот. Это инициатива... Это такой проект Скотта Кауза, который позволяет лучшим FNAF пародиям выпустить свою новую часть. К примеру, Five Nights at Candy's выпускает уже четвертую часть. Короче, FNAF 4 скоро выйдет. The Joy of Creation Ignited Collection тоже скоро выйдет. Там Pop Ghost, не помню как полностью называется, тоже скоро выйдет. И туда включен даже FNAF Plus, который тоже не скоро, но выйдет. И также там есть FNAF 3, который уже вышел. И, блин, вот знаете, на самом-то деле, если вот так уж подумать, то FNAF вышел, FNAF Plus выйдет в следующем году, FNAF 9 в конце этого года выйдет. А когда выйдут остальные пародии? Ну, понятное дело, что они, скорее всего, выйдут в следующем году, либо также в конце этого года, потому что уже начался ноябрь, и типа, ну чё там, ноябрь, декабрь, и всё как бы Новый год. Начнём с ФНАКа. Также тут всё вообще будет одинаково, поэтому начинать можно сразу со всех пародий. Они выйдут либо в ноябре, либо в декабре, может быть, в начале года следующего, но точно до мая следующего года, потому что, блин, ну это будет слишком долгий срок, типа, когда Fazbear Fanverse начался вообще? Не, ну можно сказать, что FNAF Plus может выйти позже мая, потому что FNAF Plus это... Да не просто пародия, это частично пародия, частично игра, которая, ну, можно сказать, очередная часть FNAF. Потому что написано FNAF Plus, а не FNAC, ONAF, ONAB, или чё там. Ну, короче, да. Поэтому вот, или КНАФ тоже. Ну вот, там написано именно FNAF Plus. Вот. Поэтому... У каждой игры разный срок. На самом деле, это видео я сделал, потому что... Во-первых, FNAF News давно не выходил, а во-вторых... Все уже как-то забыли про Fazbear Fanverse. Поэтому... грех не напомнить. Вот я вам и напомнил про это. Ладно, ребят, и... Я очень жду остальные пародии из этого списка. Особенно жду... FNAC 4, потому что я остальные три уже прошел. И... Чё ещё? Таджок жду. Ignite Collection. И FNAF Plus. Остальные я не жду. А, ещё Jolly 4 жду. Вот. Ну, с вами был я, Шилдер. Вот такой небольшой видос получился. Надеюсь, вам понравилось видео. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока.